Всем привет! Армия поклонников селфи-палок неуклонно растет, и с каждым днем их становится все больше и больше. И если ты любитель селфи, то данное видео для тебя. Это мини-обзор на селфи-палку от компании Xiaomi. Селфи-палка от Xiaomi оснащается хорошей регулируемой головкой, которая и крутится от вас и к вам на угол примерно 270 градусов. А также сможет уместить в себе смартфон до 6 дюймов. Места же соприкосновения крепежа со смартфоном качественно прорезинены. Данная селфи-палка оснащена возможностью управления по протоколу Bluetooth, и на корпусе имеется соответствующая кнопка, которая после несколькосекундного удерживания загорается приятным голубым свечением. Сама палка определяется почти мгновенно и определяется как клавиатура. Последующее же нажатие клавиши приложения камеры делает сам снимок. Внизу располагается гнездо зарядки microUSB. Кстати, в комплект кабель зарядки не входит. Для удобства ношения есть ремешок для запястья. Длины достаточно почти для любого селфи-сюжета. Но, к сожалению, не обошлось и без минусов. Селфи-палка значительно люфтит. Подводя итоги, что могу сказать? Палка получилась хорошей, к сожалению, не без изъяна. Изъян достаточно большой, и прежде чем покупать, я бы советовал задуматься, сможете смириться ли вы с этим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, до встречи!